Друзья, всем привет! Кто еще меня не знает, меня зовут Виктория. Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. Сегодня будем готовить сладкие вафли. И я вам расскажу три главных секрета приготовления вкусных вафель в вафельнице. Рецепт проверенный, придумала его, конечно же, не я, но я часто готовлю вафли по этому рецепту, и поверьте, получается очень вкусно, и все мои близкие и родные всегда остаются довольны. На моем канале уже есть три рецепта других вафель, они немного отличаются от этого рецепта. Все ссылочки я вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Для приготовления нам понадобятся самые простые ингредиенты. Это сливочное масло, 3 яйца, пакетик разрыхлителя, мука, молоко, сахар, экстракт ванили и щепотка соли. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. И сразу же перейдем к первому секрету приготовления. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Если у вас молоко и сливочное масло, например, сразу из холодильника, то лучше поставить их на 30 секунд в микроволновую печь. И теперь смешиваем все сухие ингредиенты. 250 грамм муки, 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки разрыхлителя и щепотку соли. Все хорошо тщательно перемешиваем венчиком. Обычно для того, чтобы приготовить вафли, сначала смешивают все сухие ингредиенты и затем добавляют жидкие. И это второй секрет приготовления вкусных вафель в вафельнице. Именно так готовят вафли на рождественских ярмарках в Европе. Затем делаем небольшое углубление. И добавляем 3 яйца. И здесь у меня 1 чайная ложечка экстракта ванили. И начинаем все постепенно перемешивать и подливать еле теплое молоко. Для молока может понадобиться чуть меньше или чуть больше. Это зависит от качества вашей муки. У меня зачастую уходит 275 миллилитров. Тесто получается довольно жидким, оно ни в коем случае не должно быть густым. Перемешиваем так, чтобы не осталось никаких комочков. И в самом конце добавляем 100 грамм сливочного масла. Вот я его немножко подтопила, потому что оно у меня было еще не совсем растаявшим. И еще раз перемешиваем. В этот раз у меня ушло все молоко, все 300 миллилитров, поэтому смотрите по консистенции вашего теста. И мы подбираемся к третьему секрету приготовления вкусных хрустящих вафель в вафельнице. Тесто нужно накрыть и убрать на 1 час в холодильник. По рецептуре тесто убирают в холодильник на 2 часа. Я за неимением большого количества времени часто убираю тесто вот на час, и этого вполне бывает достаточно. Пока тесто у нас отдыхает, подготовим электровафельницу. Если у вас еще нет электровафельницы, обязательно приобретите. Такое приобретение себя полностью оправдывает. Через час достаю тесто и хорошо перемешиваю. Текстура немного изменилась, стала более густой. Далее хорошо разогреваем электровафельницу и немного ее смазываем растительным или сливочным маслом. Выливаем тесто на формочки. Закрываем и ждем примерно 4 минуты. Через 3 минуты приготовления можно открыть и проверить. Ориентируйтесь на особенности вашей электровафельницы. 4 минуты прошло, открываем. Достаем наши вафли. Отходить они должны совсем легко, посмотрите. Кстати, вафельница уже очень хорошо разогрелась, и последующие вафли будут готовиться немного быстрее. Поэтому смотрите, не передержите. С оставшимся тестом проделываем то же самое. Вафли готовы, у меня получилось ровно на 11 штук. Из данного количества продуктов получается примерно 10-12 вафель. Размер моих вафель 10 на 12 сантиметров. Получается очень-очень вкусно.
Подаем вафли с вареньем, просто можно присыпать сахарной пудрой, с медом, с нутеллой, со сгущенкой, как вам больше нравится. Надеюсь, это видео будет для вас полезным, и вы приготовите такие вкусные хрустящие вафли. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.